Вы здесь? Мы соединены. Великолепно. Поистине великолепно. Теперь мы можем начать. Сперва вам нужно создать сосуд. Выберите голову. Выберите туловище. Выберите ноги. Они, блядь, чем отличаются? Это ваше тело. Вы принимаете его? Великолепно. Вы создали чудесную форму. А теперь... Подобим же ее разум вашему. Какая у нее любимая еда? Боль. Ваша любимая группа крови, которая на рукаве. Пожалуйста, дарите ее добротой, разумом, амбицией, хитростью, голосом. Это очень важная вещь. Что вы испытываете к своему творению? Оно не услышит. Любовь, надежду, отвращение. Да. Честнее только я буду на суду у боженьки стоять и отвечать. Вы осознаете возможность появления боли и припадков? Я так 20 лет уже живу, отстаньте от меня. Да. Понятно. Назовите ваш сосуд. Назвали его Серж. А что насчет создателя? Серж. Конечно. Конечно же, они одинаковы. Серж, благодарим за уделенное время. Ваши ответы, ваше чудесное творение.
будут отвергнуты. Никому не дозволено выбирать, кто они есть в этом мире. Вас зовут. Крис? Крис, если ты не проснешься, то мы опоздаем в школу. Я буду ждать тебя на улице, ладно? Мам! Какая школа? Коронавирус же. Наверное, классно спать стоя. Так, геймпада у меня не работает. Ладно, ладно. Я не знаю, зачем я это делаю. Мне больно уже. Так, ладно, геймпады не работают, нахрен. Я дерьмово комментирую, меня тоже нахрен, но если что, меня зовут Гремлин Серж. И, наверное, стоит кое-что объяснить. Прошло уже где-то, не где-то, а 3 года с момента моей записи Undertale. Мне до сих пор больно, я до сих пор просыпаюсь в кровавых соплях и от воспоминаний того, что я делал. Я думал, что я никогда не вернусь. Прошло практически 2 года с момента выхода первой главы второй части. Школьнички меня потрепали, все как положено, записывай. А я не захотел. Я погрузился в глубочайшую депрессию от осознания того, что как бы Undertale, и я думал, что все, нет, хватит с меня, не буду я больше ничего делать. Но никогда не говори никогда, особенно если ты шизофреник со справкой из психбольницы, и поэтому мы начинаем прохождение первой главы Дельтарун. Тут я еще и поступил со своими правилами не играть в незаконченные игры. И я всем говорил, что вот когда вся игра выйдет, то тогда и поиграю, прочитав на сайтах про то, что следующая глава выйдет через 2-3 года. И я такой, вах, обожаю Фокса какого-то там, как его, Тоби Фокса. Возможно, я уже умру, когда он закончит Дельтарун, и я никогда не буду играть. Но нет. Это, знаете, как наркотик. К сожалению, к вашему большому, особенно к твоему сожалению, Ло, нас ждет очень больная Ториэль. Прошло 3 года, и мои связки лучше не стали. И поэтому я могу хрипеть и сбиваться. Но я вот вроде размялся, и я готов войти в роль. Ладно, пора начинать играть. Какой прекрасный снаружи денек. Я же забыл, тут лучше все сразу тыкать. Комод. Ваша кровать. Это грязь, а не кровь. Это красная тележка ржавой птичьей клеткой внутри. Похоже, она повидала немало аварий. Компик, давайте КС-очку. Это компьютерный стол. Под ним стоят коробки, заполненные старыми книгами. Под кроватью лежат CD-диски, классика, джаз, религиозная ска. А еще тут игровая приставка. У нее один фирменный контроллер и один поддельный. Комод почти пустой, за исключением дырявой школьной беговой формы. Ну бери, снаряжайся. Все. Окей. Окей. Я не хочу выходить, там Ториэль.
Тут много книг. История об улитках, книга рассказов. У улиток нет хвостов. Научное опровержение. Могут ли улитки помочь посаду? М. Не совсем. И подписанная копия истории человечества и монстров за авторством Герсона Бума. Бум-бум-бум, бум-бум-бум. А чё это у нас кухня теперь здесь? Чё не канон, Тоби Фокс, ты чё творишь? Кактус. Сказать о нем особо нечего. В комоде лежат мелки, этикетки уже давно выцвели и нет ни одного зеленого. Мрази, я сказал, что я люблю зеленый. Скажите, я похож на... создал себе персонажа такого... Я не создавал этого персонажа, у меня была другая рубашечка. Это всего лишь ты. А, мы, возможно, переехали, да? Дверь заперта. Почему? На дверце холодильника фото. На нем вы, ваша мама и ваш брат. В раковине застряло немного белого меха. Плита испачкана коричневым тестом. Формочки для печенья в виде пряничных монстриков и пряничных человечков. Это мусорка, потому что она источает приятный цветочный аромат. Я ж уже задолбался так радостно описывать всю эту бытовую ерундистику. Это стационарный телефон, но у вас уже есть сотовый. Это стурель, фаворит гостиной. Это телевизор, похоже, он уже даже не включен в розетку. Чё за книга? Это книга псалмов. Чё-то мне тут не нравится. Чё-то пока никакой дичи. Вы заглянули в шкафчик над раковиной. В нем банка дезодоранта от Ice E. Для крутых парней. Для парней с ароматом пылающей острой пиццы. Похоже, она почти полная. Я знаю двух людей, которые хотели бы пахнуть пиццей. Братаны, если вдруг вы случайно это увидели, вы обязаны поставить плюсик в комментариях. Да, ты и ты, вы задолбали своей пиццей. А, кстати, и ты, третья барышня, ставьте плюсик. Кто любит пиццу, ставьте плюсик. И кто бы хотел бы дезодорант? Ладно, не ставьте плюсики, но скажите же. Хотели бы вы дезодорант с ароматом пиццы? Это унитаз. Смыть. Геймплей начался! Да! Вы спустили воду в унитазе. На полке в душевой стоит маленькая бутылка шампуня с яблочным. А вот это вот топчик. Если бы мне бы не было лень стоять у полок магазина и выбирать шампуни, может быть, я бы тоже пользовался шампунем. Но, кстати, стоит отметить, что по какой-то причине все мужские шампуни скучные до нельзя. Просто вот хоть бери, копай могилу, ложись и закапывайся сам, потому что... Мужские шампуни настолько скучные. Вот правда, хоть бери и заводи женщину лишь для того, чтобы под шумок пользоваться ее классными ароматными шампунями. Это ужас. Чтобы найти что-то не похожее на химию и хлорку, нужно перенюхать 30 пузырьков шампуня. И все равно он весь одинаковый. Что за дискриминация? Женщины, делитесь своими шампунями.
делитесь. Мужики устали пахнуть хлоркой и другой химией. Мы хотим пахнуть арбузиками, мангами, маракуями. Маракуями пахнут мужчины. Маракуями. Ладно. Ладно. И целый галлон шампуня для животных. Я хочу заглянуть в окно. То есть меня даже кормить не будут, да? Ториэль, ты вообще охренела? То есть, сын, вставай в школу, а там не покормить, не хлопьев молочка налить, там рекламу про Нутеллу видели? Я тебе не буду рисовать, наша мама лучшая. Нет, не дождешься. Ты не дождешься, Ториэль. Протест. Протест. Мы не идем в школу. Коронавирус. Опасно. Страшно. Что за человечки лезут к нам в окно? Боже мой, теперь мне нужно это все развидеть. Почему маленькие карлики заглядывают в окно? Что это за вуеристы? Скажите мне немедленно, что за вуеристы смотрят на мой протест против школы? Я... протестую уже 4-й час. Всем насрать, а эти страшные, странные вуеристы до сих пор на меня смотрят. Это странно, они везде. Ну ладно, этот еще хотя бы птичкой прикинулся. Ну ладно, это все птички, но что человечки делают у меня? Там была как... Крис, а вот и ты, мы все... Крис, а вот и ты. Мы все еще можем успеть. Крис, прекрасный сегодня денек, не правда ли? Надеюсь, на следующей неделе, когда приедет Азриэль, погода будет такой же. Но мне интересно, после шумной университетской жизни, будет ли он рад вернуться домой в этот маленький городок? Только не школа! Ёба! Я не помню, как я ее озвучивал. Я не помню, я не хочу ее озвучивать. Да! За что, Тоби Фокс? За что? Итак, у всех ли есть... О, Крис, мы думали, ты сегодня не придешь. В этом месяце мы занимаемся групповыми изнасилованиями моего мозга. Проектами. Так что иди и найди себе партнера, хорошо? Крис, хотелось бы надеяться, что ты найдешь себе партнера в классе. Выпустите меня! Выпустите меня! Выпустите! Замечательные часы! Вы посмотрели на часы. Похоже, сейчас время занятий. На обоих компьютерах повторяющиеся слайд-шоу из фотографий природы. И изредка картинка двух... покачивающих, обнимающихся, покосневших супергероев.
точно, я ж забыл же. Возможно, пацаны, возможно. Музыка меня перебивает. Я настройки бандикама сделал плохо. И возможно, музыка меня сейчас глушит. Настроек в этой игре нет. Вот видите, мы можем только выйти отсюда. Никаких настроек звука невозможно записывать. Тоби Фокс не хотел, чтобы летсплееры играли в его игру. Вот. Поэтому, возможно, возможно, мне сейчас... Это ж мне, блядь, Sony Vegas ставить придется. Я уже больше года не монтирую видеоролики с Sony Vegas. И из-за этой срани мне теперь придется его устанавливать. За что, Тоби Фокс? За что? Вот скажи мне, за что? Ох, святые угодники, я покушал. Почистил зубики. Подкрепился абрикосовой пюрешечкой. Доволен как черт. Может, мы не будем всем этим заниматься, пацаны, но вот правда. Ну зачем нам это? Я, конечно же, понимаю, что мое прохождение Дельтарун уже в жопу никому не уперлось, прошло 3 года. Но меня почему-то вдруг накрыла неожиданно моя шизофрения, что кому-то это будет интересно. Ладно, деваться некуда. Это букет роз. Ну, в связи с тем, что в игре нет ни настроек, ни меню, ни сохранений, ничего. Абсолютно ничего нету. У меня есть подозрение, что она проходится часа за 2, наверное. Что? Что я смотрю на своем телефоне? Это классная работа, естественно. А, анимированная классная работа. И, эй, Крис, все еще выбираешь партнера? Похоже на мотивирующие цитаты из разнообразной литературы. Старайся изо всех сил, астральный волк, даже в самый трудный час. Это кажется из видеоигры. Так, кого мы возьмем себе в напарники? Если предположить, что мы немножечко подросли, и сейчас нашему герою примерно получается где-то лет 15, половое созревание, значит, единственное, что мы умеем, это душить змея, поэтому ты будешь моим партнером. Крис, ты же знаешь, что Джикингтон и Кэти всегда партнеры. С первого урока физкультуры мы стали потрясающим учебным дуэтом. Это был... день обручей, и нас обручей не хватило. Так что вместо них она использовала меня. С этого все и началось. То есть змей я душить не буду. Воздержание, да? Так, давайте девочку Эмма оставим. Так, олень. Эй, Крис, что случилось? Опять потерялся карандаш. Вот, ты хочешь тот, что с гирляндами, или тот, что в виде леденца? А, хочешь быть партнерами? Прости, меня уже Бердли попросил, но я могу спросить мисс Альфис, можно ли заняться проектом втроем? Я спрошу, если хочешь. Пока нет, не надо. А, уверена, тут есть еще кого спросить. Ну чё? А, Крис, смотрю, снова опаздываешь. Тебе нужен партнер? Прости, но я уже партнер второго самого умного ученика, хотя постой. Крис, я тут подумал, с твоим набором навыков мы бы запросто провалили задание. Я вообще-то хочу получить 5. Крис, мне очень жаль. Это черно-белое яйцо, сваренное вкрутую. К сожалению, похоже, у него уже есть партнер. Это хотите сказать... Я забыл, как зовут тех собачек. Йоу, Крис, в следующий раз приходим пораньше. Мне пришлось стать партнером Сноуи. Ха-ха-ха. Он все время дергает меня и говорит: приветик, партнер. Как какой-то ковбой.
партнера? Да мы едва знакомы. Ха-ха, что думаешь об этой штуке? Шутки. Смешная, правда? Нет? Что ж, тогда вот тебе новости. У меня уже есть партнер. Сгинь. Так мы еще и лошара. Мало того, что мы типа мир спасли, да, мы лошара и змея душить не будем. Ладно. Как это обычно всегда бывает, если никто не хочет нас принимать, идем к толстой Эммочке, она-то, думаю, нас... хотя нет, она по-любому нас тоже отвергнет. Класс, класс, тык, тык, занято. Ну то есть я могу только втроем, да, с этим рождеством. Да. Хорошо, я спрошу. Мисс Альфис, ничего, если нас в группе будет трое. Что? Нет, я этого не одобряю. Отмена. Что, но ведь Крис без... Ноэль, что ты хотела сказать? Она просто хотела сказать, что нам и вдвоем хорошо. Вообще-то я просто хотела узнать, можно ли... Ноэль, можешь, пожалуйста, говорить погромче? Я люблю этого парня. Привет, Сьюзи. А это барышня. Я опоздала. Йоу, нет, все в порядке. Мы... Че с моим голосом? Оу, нет, все в порядке. Мы просто разбираемся на пары для следующего группового проекта. И Сьюзи, Крис, будете вместе с тобой? Зашибись. Теперь, когда все здесь, я напишу задание. Кто-нибудь видел Мел? Он уже в третий раз пропадает без следа, и вы все знаете, что без него я не могу начать занятия. Как насчет того, если никто не признается, то неприятности будут у всех. Кто-нибудь? Ну же. Может в подсобке найдется коробка с мелом? Мисс Альфис, почему бы нам со Сьюзи? Отличная идея, но или Сьюзи... У меня каша в голове. Я сошел с ума. Я схожу с ума. Зачем? Ну почему? Сидел бы в ванной, резал себя битым стеклом бы, получал бы удовольствие, записывал никому нахрен не нужный геймбой, да, кривые ПК-игры. Нет. Пес дернул записать Дельтарун. Это отличная идея, ну или Сьюзи, папа, сколько ты пришла последней? Почему бы тебе не сходить и не принести мне его? Пофиг. И как Крис, можешь войти с ней и убедиться, что она вправду возьмет его и не пропадет в неприятности? Спасибо, Крис, увидимся позже. Тун-трун-тун-тун. Я думал, она яйца почесала. Крис? Я тебя не заметила. Эй, никто сейчас ничего не видел, не так ли? Молчишь? Крис. Эй! Давай я открою тебе секрет. Тихоня меня бесит. Думаешь, если ты не будешь ничего говорить, то я не смогу сказать, о чем именно ты думаешь? Это конец. Сьюзи при мне съела весь мир.
Это был ее последний шанс. Теперь ее, наконец, исключат. Ха-ха. Да ладно, Крис. Не изображай удивления. Ты знаешь, это правда. Все этого ждут. Все этого хотят. Так что поздравляю. Я поймана с поличным. Мне крышка. Просто позволь сказать одну маленькую вещь. Обидно быть исключенной за обычный перекус. Так что, Крис. Кстати, стоит отметить, что я тоже люблю пожрать мел. У меня и мама из-за определенных особенностей ела мел, и меня подсадили. Но не вот эти, да, как бы прессованные кубики, а вот рассыпной мел, он классный, он вкусный. Так что и Сьюзи, я с тобой. Так что, Крис, а раз уж я знаю, что ты на меня донесешь, то почему бы не стать исключенный за настоящее преступление. Крис, как насчет того, чтобы лишиться своего лица? Не. Крис, у тебя хорошая мать. Было бы жаль заставлять ее хоронить своего ребенка. Ладно, давай уже покончим с этим. Возьмем побольше мела, умотаем в класс. А затем, Крис, ты сделаешь нам проект. Как тебе? Не трать... Не трать время на ответ. Если тебе еще непонятно, твои решения ни на что не влияет. Пошли, чудила. А как же проверить все шкафчики? Вы смотрите сквозь матовое окно. Размытое желтое пятнышко учит кучку размытых скучающих пятнышек. Шкафчик закрыт на замок. Замок шкафчика закрыт на замок. Шкафчиков замок закрыт на замок. Шкафчиков замок шкафчика закрыт на замок. Шкафчик Джокингтона облеплен памятными вещицами. Вы готовы к танцам ястреба Сэдди? На этих танцах все наставники надевают огромные ястребиные головы. И кричат на учеников, которые... Ладно, зачем я читаю таким голосом? И кричат на учеников, которые касаются друг друга во время танца. Ладно, давайте на этом я закончу серию. Почему бы и нет, собственно. Так что, пока!